Приветствую вас. Наверное, в первую очередь хочется сказать вам о том, что необходимо выработать самое адекватное отношение к тому, что происходит. То есть, то, что вы влюбились, то, что вы влюбились в мужчину, ничего страшного в этом нет. Это абсолютно нормально. Другой вопрос, значит, что вы хотите делать дальше? То есть, вот обратите внимание, что вы пишете, что раньше такого никогда не было, я не влюблялся в парней, а в него до сумасшествия, вот. То есть, это напоминает страсть. Вот. Соответственно, что вы хотите? Разобраться со своими чувствами – это одно. Поисследовать возможность развития отношений с этим человеком. Другое. Может быть, создать условия для того, чтобы он увидел в вас кого-то привлекательного, партнера. Третье. То есть, мне кажется, что в этом смысле, вам, вот именно в этом смысле, вам нужно определиться с тем, в первую очередь, чего вы хотите. Понимаете? Потому что вот вы пишете, что мне нужна помощь, а помощь в чем вам нужна? Понимаете? Какая штука? То есть, принимаете ли вы, допустим, свои чувства? Не принимаете ли вы свои чувства? Страдаете ли вы сейчас или нет? Если страдаете, то от чего вы, допустим, страдаете? Это очень такая важная, на мой взгляд, история. Вот. Поэтому все зависит от вашего запроса. Именно запроса. Какой у вас будет запрос, с тем и можно будет работать. Но само по себе, то, что вы описываете, это абсолютно нормально. У меня вот возникло ощущение, что вы боитесь, что вы испугались своих чувств, своих ощущений, своих эмоций. Вот. То есть, если здесь имеет место быть и такая история тоже, то с этим также желательно бы поработать, чтобы вы сами выработали некое такое отношение к тому, что между вами, например, происходит, или к тому, что с вами происходит. Ну, так что мы вам, конечно, поможем, но вопрос здесь заключается именно в том, в чем вам нужна помощь. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго.